Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, и сегодня у меня цель какая? Набить себе уровень, ребята, потому что дальше невозможно проходить. Будем пытаться, короче. Так, у нас здесь жаба только доступна, остальные у меня ребятушки отправлены на задание. Получил в лоб, а? Так, давайте, ребята, вот этих вот охламонов добьем с вами. Так, снежок, я надеюсь, хоть кого-нибудь мы заморозим. Да, отлично, осьминог заморожен. Ага, тролль, ты зря так делаешь, конечно, не вовремя и не в тему. Получи, смотри-ка, еще выжил. Так, ладно, сейчас он должен, по идее, у нас сгореть. Так, осьминог, иди сюда, сейчас мы... Все, тролль готов, осьминога тоже разбираем, ребята, и остался только лишь скелетик. Получи и распишись. Так, вторая волна, тут у нас их будет три, не забываем это. Так, отлично, но никто не заморозился, к сожалению. Да и фиг с ним, в принципе, да. Давайте этого уродца разбирать, клоуна чертового. Он нам тут не нужен. Так, и давайте расстреляем его в конце концов. Готов, охламон. Так, муха навозная прилетела. Ну, давайте снежками тогда попробуем. Так, ну, добьем. Нет, мухомор, ну почему мухомора не добили? Ну, как же так, а? Ну-ка, из арбалета. О, муху прибили, отлично, замечательно. И добиваем этого мухомора. Так, последняя волна, ребята. Так, у нас здесь зомби. Зомби нежелательно трогать, конечно. Ох ты, я его на удар. Неплохо. Тогда пускай погорит маленько. А мы сейчас с вами сделаем, наверное, вот так вот. Только не добивай, не добивай. Отлично, все. Блин, ну где у меня этот крюк, чтобы достать? Ладно, давайте вот так тогда сделаем. Осьминог минус. Замечательно, и мне бы вот это вот. Вот, гоблин, иди сюда. Сейчас я с тобой здесь поговорю по душам. Вот так вот тебе понравилось. Блин, не добили маленько, так. Да что ж ты делаешь-то. Ух ты, холодильник удачно упал, ребята. И добиваем мы с вами этого зомбаря. Ух, шикарно. Получаем сундучок. И сколько очков опыта? 99. Замечательно. Очень даже хорошо, но нам осталось еще... О, еще 20 тысяч, ё-моё. Ладно, давайте мы с вами выберем какое-нибудь еще задание. Это, наверное, будет у нас сложно. Если мы сложно, ребята, с вами пройдем, да, предположим, то, в принципе, мы набьем себе уровень. Потому что 423 очка нам дадут. Ну что, давайте, наверное, попробуем вот с этой командой разобраться. Получится, не получится. Но я знаю только одно, что на сложном они очень жесткие. Они жирные все, гаденыши. И их так легко не взять. Приступаем. Так, это для начала, ребята, все. Так, арбалетик свое дело сделал. Вытягиваем. Ага, магов выкинули. Замечательно. Блин, чем бы мне его нахлобучить? Давайте подожгем его. Как говорится, дробовик ему в сраку. И теперь... Наши козырные узлы. Отлично, все сработало замечательно. Ах ты, черт, тебя подери. Успел он мне все-таки смешать карты. За это и поплатился. Давайте, наверное, рискнем, ребята. Хорошо. Ну, блин, я даже не знаю. Не то, конечно, выпало. Но хотя бы мухомора мы прибили, ребят. Это хорошо. Кстати, вот эта булава очень плохо действует вот на критовщиков и всяких там других. Она именно против танков, зашибись. Да какого лешего, башня, ты достала меня уже в корень там. Из-под тишка что-то делаешь, а? На, гори-ка лучше. И теперь давайте-ка вот так вот мы сделаем заморозочку. Все, ребят, сейчас мы его будем просто здесь казнить потихоньку. Давай, копись. Вот так вот, замечательно. Ну, ну как же так, добиваем, короче, ребята. Все, пошел отсюда. Холодильник. Да почему ж, ну почему именно на него? Ладно, из арбалета бомбим, ребятушки. И теперь вытягиваем. Ага, вытянулся мухомор. Ну, сейчас этот зомби поменяется. Нет, не сейчас, ребят. Мы должны успеть разбомбить. Вот так вот. Пришлось просто делать мне это, ребят. Иначе был бы здесь полный финиш. Этот сейчас будет ставить себе, наверное... Да, так и есть. Он поставил все-таки. Успел. Ну и зря. Зря, конечно. Ай, поменялся он с этим. Мне неохота трогать зомби. О, все, отлично, ребята. Получилось как нельзя хорошо. Заморозочка, естественно. Вот так вот, червяк у него там во лбу сидит. У этого танка. Так, ладно, скелет, иди сюда. Вот так тебе, хорошенечко. Так, давайте УЗИ. Что у нас тут? Снежки. У нас также арбалет есть. Ладно, холодильник будем сейчас делать. Отлично, ребята, все пока у нас великолепно идет. И снежками добиваем, ребятушки. Давайте-ка, ну, добей ты этого скелета. Да что ж ты... Маг этот паршивый, я не знаю, я сейчас просто этот посох в одно место засуну. Достал уже не вовремя все это делать.
расстреляли. Минус скелет. Так, у нас танкуша здесь. Давайте вытянем мага сюда к нам поближе, чтобы он у нас был на переднем фоне, и будем его потихоньку бомбить. Так, из арбалета. Нормуль. Пока все хорошо, ребятушки. Пока все пучком. Это у нас третья волна же, да? Да, по-моему, третья. Так, отлично. Заморозили танка. В принципе, он нам нафиг не нужен. Давайте пробовать вот эту карту. Ага, все, маг у нас горит. Мы его травим пестицидами. И с этим... Оу, щет! Вот это я лопухнулся, ребята. Зря только бомбу потратил. Но, тем не менее... Да, да, тем не менее, ребята. Мы получаем с вами 10-й наш заветный уровень. И у нас хп 1753. Все. На этом, ребятушки, мы идем с вами в компанию и будем ее проходить. Ух, я надеюсь, что это хоть как-то мне поможет. Мне буквально не хватало немножко жизни, чтобы проходить. Так, лесная дорожка, уровень монстров 10. И мы приступаем к разбору этой, как говорится, волны. Поехали, ребята. Так, ну что, приступим вот так, наверное. Пока у нас... Ага, булаво еще. Ох ты, вы видели, сколько булава отнимает у этого танка? Просто шикарно. Давайте затравим его. Сгорит и уже все, отлично. Так, заморозочка, нормуль. Все хорошо, ребята, все пока под контролем. Давайте его расстреляем сейчас, этого слизнюка. Так, а теперь что, давайте еще холодильник. Мы просто не даем ему продохнуть. Так, дробовик ему в одно место. Отлично. И теперь, давайте булавой. Да, добили, отличненько, все великолепно. Давайте снежками теперь. Все снежки полетят в этого гоблина. Заморозься. Нет, почему-то не заморозился он у нас, жаль. Арбалет. Эх, и арбалет даже не добил. Хорошо, давайте так. Да что ж ты такой, такой тугой-то, я не знаю, как тебя еще назвать. Так, вторая волна, ребята, вторая волна. У нас уже половина сердечка нету. Это очень плохо, ребятушки, очень плохо. Давайте булаву сейчас. Вот так вот, как мы ему хорошо, а, в заморозочке-то ему дали. Замечательно, гори, паршивец. Так, расстрелять успеем. Да пошел ты, мухоморище, а. Вот тебя просили подхиливать, а в данный момент прям аж раздражает меня он. О, отлично. Заморозили обоих причем, и мухомора, и тролля. Так, холодильник. Холодильник убивает тролля на повал. Так, у нас здесь гоблин пляшет. Пляшет, сейчас он допляшется. Свою последнюю песню он споет. Эх, все-таки слабо она бьет. Вот по этим ребятам. На танках она, конечно, хорошо срабатывает. А здесь слабо, слабо очень. Так, арбалет. Нет, фигово что-то он сработал как-то здесь. Ну, давай, 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 снежок. Ну, да что ж ты будешь делать? Ну, постоянно он успевает отхилить. И никого не заморозили. Да как так-то, ребята? Ну, ну, хотя бы так вот. Хоть добили. Ну, готов. Все, ребята, третья волна у нас здесь идет. Мне придется скидывать бомбу. Отлично, ребята. А для чего я это сделал? Потому что очень мало хп у нас. И, поверьте, они бы меня разобрали бы. Минус мухомор, замечательно просто. Так, давайте мы пестицидами замечательно отравили тролля и расстреливаем. Ух, прошли, ребята. Прошли мы с вами вот эту вот волну. Мне понравилось. Но потратил я, конечно, бомбу. И это, наверное, зря. На боссе, наверное, она очень сильно пригодится. Ладно, восставший уровень монстров 10. Почему восставший? Значит, здесь будут у нас зомбари, да, по ходу дела. Ладно, фиг с ними. Жалко, что вот у меня только одна жаба. Остальные все у меня там пока на заданиях делают. Надо было мне, конечно, делать этот обзорчик немножко попозже, когда они у меня освободятся. Ладно, фиг с ним. Может быть, прорвемся и так, да? Кто его знает? Гори, гоблин. Так, надо нам вот давать. Ах ты, вот, давайте, давайте, давайте. Вот так, отлично. И не помешал бы снежок бы нам, ребятушки, потому что у них очень мало хп. Давайте, опа, минус один и есть. Ну все, беремся теперь за деда зомбаря. Хо-хо-хо-хо, неплохо я его, да, сейчас мочканул, так скажем. Да, заморозили мы хотя бы этого упыря, который вечно хилит не вовремя. Так, вытягиваем. О, как раз он нам попадается. И сейчас мы его поджигаем, ребятушки, еще. Вот так вот, гори, сгорит, нет? Давайте пестицидами. Вот так вот, теперь ему точно конец. Так, УЗИ, УЗИ. Оу, щет, ну как же так. Не вовремя, не вовремя поменялись они. Получи тогда булавой. Нормуль. Так, заморозка. Пока все, все у нас идет хорошо. Опять же, очень мало жизни, ребята. Я не знаю, наверное, придется мне еще раз использовать бомбу. Так, готов, готов осьминожек. И теперь этого добиваем булавой.
Ох ты, ты посмотри-ка. Видимо, он когда в осаде, он крепким становится, и его так легко не пробить. Так, давайте вот так со снежка начнем. Видите, я рассчитывал на то, что снег хоть кого-то заморозит, но почему-то не прокатывает эта плюшка у нас. Давайте вот так тогда сделаем с вами. Тот скелет, в принципе, ватный. Давайте его, наверное, вытянем. Ага, вытянули, конечно. Слизнюка. Нам подают слизнюка. Да что там? Зомби, ты достал. Вот в самом деле, ты... Вот как специально все здесь просчитывается для того, чтобы мне как можно больше навредить. Холодильник. Отличненько он сработал. Так, пузырь, меня этот пока не волнует. Мы давайте с вами арбалет. Вот так, минус скелет. Так, а волна-то у нас какая? По-моему, это последняя у нас волна. Так что надо здесь выложиться по полной программе. Есть. Ну, а этого мы пестицидами, как говорится, травим и добиваем булавой. Есть. Вау, ребята, мы с вами прошли еще одну волну. И у нас остается две волны. Ну, последняя это будет уже босс. Так, давайте открывать тогда с вами и смотреть. Единственное, что очень плохо, логово магов называется, что нету у меня места для сундука. А вот это очень плохо. Потому что сундуки здесь нужны, очень сильно нужны. Хорошо, давайте сделаем так. Эту миссию мы сейчас попробуем пройти, а на боссе мы немножко отдохнем и потом уже попозже продолжим, когда у меня освободится место. Так, отлично, все, пока у нас здесь хорошо, замораживаем. Так, ага, тролль заморозился. Давайте тогда булавой его накажем. Немножко не такого эффекта я ожидал, думал побольше отнимем. Ладно, фиг-то с ним, иди сюда, мухомор пришельский какой-то. Так, пускай он у нас погорит маленько, но меняется, отлично. Вкусил ярость моих УЗИ, замечательно. Продолжаем дальше, ребят, заморозочка. Ну что, пока неплохо, давайте, наверное, сейчас мы с вами по-быстренькому из арбалета. Нет, вот ты посмотри на этого мухомора, он достал меня уже хилить, когда его не просят, блин. Вот так вот, наконец-то его прибил. Ну что ж, давайте тогда вот этого сейчас мы с вами вот так вот. Заморозит, нет? Да что же ты будешь делать-то? Давайте тогда вот так вот. Блин, все-таки он крепкий, когда в осаде сидит, именно закутавшись. Он крепче становится. Так бы я его уже давным-давно разобрал бы. Так, ребята, и у нас, по-моему... Да, вторая волна. Вторая волна. Надо нам здесь как-то побыстрее их всех расщелкать. Вот этот зомби меня просто бесит, когда он встает на передний план. Вот так вот. Это единственный, ребята, вариант был. Оу, я забыл. Ё-моё, я забыл же, что он... Ай, ладно. Должны мы все-таки справиться здесь. Пускай хотя бы в заморозке постоит. Так, арбалет. Мне нужен арбалет, ребята. Успел. Я успел все-таки гоблина этого подбить. Ну, а теперь уже добиваем. Да. Вот она, последняя волна, ребята. И у нас еще... Прилично жизни, и думаем, что просто так мы их не растратим здесь. Тем более осьминог заморозился, замечательно. Оу, хе-хе-хе, маг заморозился. Very good, как говорится. Так, иди сюда, лохмандей. Так, получи-ка с дробовика. Мне нужно, чтобы ты горел. И как можно дольше и чаще. УЗИ, тебе в помощь. Это, как говорится, для заправочки. Все, холодильник добил, замечательно. А этот все-таки гаденыш успел мне поменять всю колоду. Блин, хай обрадовался. Рано радуюсь я, он же тут окопался у нас. И его так просто оттуда не вытянуть. Ну почему не хватило чуть-чуть добить-то, а? Слушайте. Блин, УЗИ тоже не в тему. Давайте тогда снежком. Должен один снежок в него попасть обязательно в этого. Есть, замечательно. Все идет круто. Так, все, этот охламон полностью наш. И нам уже ничего не страшно, ребята. Все, добиваем его. Есть. Есть! Прошли мы с вами третью волну, ребят. Ну вот единственное, что я говорю, что нету места под сундук. Поэтому я предлагаю вам сделать небольшой перерывчик, потому что такой легендарный сундук я не хочу просто профукать. И увидимся немножечко попозже. А 500 кристаллов у меня тоже нет, к сожалению, чтобы открыть себе свободную ячейку. Ладно, короче, ждем. Не уходите далеко, скоро продолжим. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте продолжать с вами играть в безумные монстры. У нас с вами боссик, местечко сейчас мы с вами освободим. Да, откат еще полностью не прошел, но тем не менее. И я смотрю, мы можем с вами улучшить молоты. Так, давайте вот этот сундучок, наверное, мы с вами активируем, да, за 5 рубинов за этих. Так, что нам здесь выпадет? Ага, булава, точнее, это железный шар, я его всегда называл булава. И жаба войны у нас. Так, хорошо. В принципе, все. Больше нам ничего не нужно. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Я не понял, а что, ничего не можем? Странно как-то. Так, смотрите-ка, еще один.
Сундучок у нас здесь на халяву. Жгучий улей и доктор Царапка. Угу. Это хорошо. Погодите, а я не понял. У меня есть кто-то свободный или только жаба одна, ё-моё? Так, Царапку можно улучшить. А нужно ли мне это сейчас, если он занят, а? А не, во, ребята, все нормуль. Кролик у нас освободился. Вот мы его и возьмем с собой и как раз еще и апнем. Так, и жабу, естественно. Ну все, вроде бы сейчас у нас все нормуль. Оставляем, наверное, эти карты. Я не знаю, что там за босс, что он будет делать. Так что, хотя, подождите, ребята, может быть мне вот эти вот молоточки взять, а? Так, 444. И знаете, вместо чего я их хочу попробовать? Вместо УЗИ. Да, почему бы и нет. Так, УЗИ 390 у нас идет, общий урон. То есть молотки идут в разы лучше, получается так. Давайте поменяем. Ну, если что, можно в любой момент заменить их обратно. Потому что надо узнать, что за босс, какие у него там специфики, какие магии у него. Он же там стопудово чем-то будет нас колдовать. Так, у нас вот это что? Я вот забыл, ребята, что у нас означает вот эти вот... Гравитация, по-моему, да? Граната. А, граната Тесла. Прерывает умения всех монстров, а тут запрещает использовать все умения, кроме атаки. В принципе, нормуль. Я думаю, что должны справиться с ним боссы. Ледяной гигант это у нас. Так, 300 льда получим и 300 опыта. Короче, в бой, ребята, в бой идут одни старики. Ну, а уж с безумными монстрами, так это идут вообще ветераны. Поехали, сейчас заодно и посмотрим, кто у нас тут такой будет. Так, ребятушки мои активировались. Это хорошо. Опа, на, нифига себе, новый монстр. Ледяной убийца. Хера себе. Круто выглядишь, браток. Ага, босс. Неизвестная способность. У него какая-то способность льда, что ли? Ледяные клещи. Наносит урон и замораживает случайную карту на несколько секунд. Ну, в принципе, это фигня. Ледяные объятия. Распадается на 3 кристалла на 65 и 35% жизни. Ага, и вот тут у него, видите, замораживает он мне карту. Ладно, в принципе, мне понятно. Ты пополнишь мой сад замороженных героев. Это он мне говорит. Он тут один, фу, лопух. Ой, а он, смотрите, он неуязвим ко льду, что ли? Я не понял. А ну-ка. Ты смотри-ка, ребята, он не замораживается. Что ты тут чудишь? Не понял. 3 кристалла, да? Хорошо, давайте. Давайте бомбить. Так, арбалет. Опачки, ледяной арбалет восполняет жизни. Слушайте, ребят, по-моему, я попал. Я вместо того, чтобы уничтожать его льдом, я ему наоборот восполняю хп. Офигеть. А булава вот это вот, шар. Не, шар нормально жарит. Ну, здравствуйте, вот он уже и не один. Уже с мухой-навозницей и со скелетом, блин, с этим бегает, а. Так, была не была, как говорится, ребята. Но почему-то мне кажется, что откат прошел только у монстров, а у босса нифига. Выкуси, гад. Так, я даже не знаю, чем его и бомбить-то теперь, ребята, просто не знаю. Лук, лук, давай снежками. Ага, снежками. Ну хорошо, на тех хотя бы подействуем. Ладно, заморозили муху навозную. Давайте молотками долбанем разочек. Так, шар, мне нужен шар. Выкуси, гаденыш. Ну что, пол хп уже сняли с него. Давайте дальше продолжать. Опять он своими ледяными клещами. Так, навозную убили, замечательно. Так, давайте снежком. Так, давай, давай. Ага, скелетика грохнули. Замечательно, ребята, все пока под контролем. Очень мало хп у нас осталось, но у него тоже... Я бы не сказал, что очень много должны. Да ладно тебе, опять ты в свой кристалл. Ты запарил уже. Да, я забыл, что мы его хилим заморозкой. Ну-ка. Ну ведь эти кристаллы тоже неспроста, ребята. Ну, вот он. Ох, да он еще и подхилился. Нормуль, я вам скажу, ребята. И сейчас еще оттуда вылупятся уродцы, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это вот. Это называется хуже не придумаешь, блин. К снегу у него неуязвимость. Замораживать я его не могу. Вот это я подобрал себе карты, ребята. Вот это я сыграл. Ну, мне простительно, потому что это первый раз мы его видим. Чего от него ожидать? От него ожидать только
смерть нашему медвежонку, за которого мы играем. Ладно, ребята, сейчас мы переделаем с вами колоду. Так делать не пойдет дальше. Ну что же, я надеюсь, что на этот раз у меня все прокатит. Я взял побольше таких карт, которые на огонь и на дамаг. Ребята, даже два топора взял, вы не поверите. Так, ну это понятно, что ледяной босс, там неизвестная способность. Это он замораживает карту, это мы уже знаем, понятное дело. И вторая у него, это вот как раз вот эти гребаные три кристалла, которые меня бесят. Ну что же, давайте попробуем. Так, ты пополнишь мой сад замороженных героев. Получи-ка для начала. Так, ребята, улей, обязательно улей. Так, я взял, видите, гранату. Все виды топоров. Как можно побольше дамага ему наносить, ребята. Так, это что? Блин, да вы посмотрите, граната Тесла почему-то не сработала. Да ладно, хорош ты уже дурковать. Ну что ты делаешь-то опять, а? Я надеюсь, это тот кристалл, а, ребята? Я надеюсь, что это он в конце-то концов. Ну, вылупляйся. Нет, навозная муха. Вот тебе-то мне тут только не хватало. Ладно, надо ее как можно быстрее забомбить. И бить-то нечем. Вроде... Так, а он вон там, хорошо. Это, в принципе, нам на руку. Сейчас, если муху убиваем, он к нам сюда подходит. Все, замечательно, как раз под ударом. Он довольно неплохо отхиливается, когда превращается в кристалл. Очень-очень серьезный такой босс. Блин, заморозил мне дробаш, а я его хотел поджарить. На-ка, получи шипастым шаром. Так, что мы, давайте его подождем еще. Так, топориками, обязательно топориками. Так, узи. Потому что в данный момент больше нечем, ребята, его бомбить. Вот, есть еще шар у нас шипастый, давайте дальше. Замечательно, так, теперь у нас, да, Тор. Тор выходит и дробовик, вот это хорошо. Сейчас наверняка гад у него, вот, смотрите, вот, все, он кристаллизуется. И опять он будет отхиливаться, гад, блин, вот. Нужно как можно быстрее его найти, где он тут прячется. Но фиг его знает. Нет, опять не то. Опять это скелет этот, зануда. Ёлки ты палки, ребята. Наверное, опять у нас нифига не получится. И берите его на корень. Ай-яй-яй-яй-яй. Да умри ты уже, скелет. Муха навозная пришла. Так, давайте его поджарим пока. Замечательно, пускай горит потихонечку. А мы еще вот так вот молотками. И, наверное, блин, хотелось бы гранат, конечно, но будем делать вот так. Давайте быстренько эту... Черт, он мне заморозил топоры. Да ты достал-то, вот как вот он все знает. На, гори, гаденыш. Так, узи, давай узи, мы эту муху хлопнули, отлично. Так, ребята, ровно половина хп у него. Жарим его всеми подручными средствами. 520 хп у нас осталось, а у него 4000. Офигенный противовес, конечно, моим хпшкам. Так, гори, гаденыш. Так-так-так, давай, шар-шар, ты мне очень нужен. Вау, замечательно. Так, теперь узи. Что он заморозил, блин, теперь только торы, естественно. И вот эти топоры. Давай. Отлично, ну, шар. Не подведи меня. Блин, ну, давай, только не превращайся в кристалл. Есть, ребята, мы успели буквально за долю секунды. Ух ты, и нам... дают, по всей видимости, нового персонажа. И кто это? Это похоже на черепаху, кстати. Да, на черепаху похоже, тут ничего не скажешь. Победа, ребята, я получаю эпический сундук. А сколько он у нас по времени-то там активируется? Я забыл уже. 15 часов, ух ты. Мне доложили, что на карте появилось что-то интересное. Приключение. Посмотри, открылся какой-то портал. Проверим. Действительно, ребята, какой-то портал открылся. Подземелье, 9 волн, поджигание наносит меньше урона. Чуть не забыл, чем дальше пройдешь, тем больше будет награда. Спасибо тебе, мистер Мак. Так, поджигание наносит меньше урона. Пройди как можно дальше и получи ценную награду. С каждой волной монстры становятся сильнее. 9 волн, ребята, здесь будет. Я представляю, что нас там будет ожидать. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосиках. Если вам понравилось, то лайк. И до скорых встреч, ребята, удачи вам.